Рада, что ты здесь. Это обитель соловьев, которую первые из нас вырубили прямо в склоне горы. Мы пришли сюда в поисках силы, которая поможет нам одолеть Мерсера Фрея. Иди за мной, я все объясню по дороге. С того дня, когда моя отравленная стрела поразила тебя в святилище Снежной Завесы, мой путь изменился. Пусть я и не смогла захватить Мерсера живым, но мы смогли очистить мое имя и почтить память Галла. Я всегда хотела, чтобы судьбу Мерсера решила гильдия, и, кажется, она сказала свое слово. Она — госпожа ночи и тьмы, покровительница всех воров в Тамриэле. Ноктюрнал не нужно поклонения и почитания, никаких жрецов и проповедей, никаких обрядов и пожертвований. Она влияет на нашу удачу, но требует оплаты взамен. Ты ближе к пониманию, чем осознаешь. Разница только в том, что она не требует оплаты в обычном смысле слова. И цена иногда бывает очень высока. Известно тебе это или нет, именно Ноктюрнал дарует вору успех. И опять нужно посмотреть с другой стороны. Приходилось ли тебе подмечать, как ведет себя наша удача? Иногда вор-новичок вскрывает сложнейший замок. А иногда слепой вдруг хватает тебя за руку, когда ты лезешь к нему в карман. Так незримо влияет на нас Ноктюрнал. Прихоти Ноктюрнал — великая загадка для всех. На эту тему написаны целые фолианты. Взимает ли она плату, когда мы умираем? Когда мы страдаем, радуется ли она нашему горю? Никто не знает. Но овчинка точно стоит выделки. Сюда, пожалуйста. Ничего не имею против темноты, но я уже и так столько времени проторчала в пещерах. Я слышал об этом месте, когда вступал в гильдию, но не думал, что оно и вправду существует. Мнение, что соловьи просто миф, активно насаждалось в гильдии. И не без причины. Это помогало отвлечь внимание от нашей истинной природы. Что не так, Бриньюльф? Я почти слышу, как на лбу у тебя собираются морщины. Я пытаюсь понять, зачем я здесь, девочка. Я не жрец и уж точно не религиозен. Зачем ты позвала меня? Речник, Ебриньер, это деловая необходимость. Это соловьиный зал. Больше 100 лет сюда не ступала нога непосвященного. Ух, теперь, после того, как вы пройдете в оружейную и возьмете соловьиные доспехи, мы можем обряд клятвы. Ты не спешишь надеть свою соловьиную броню. Что тебя беспокоит?
Теперь ты можешь дать клятву. И этого хватило, чтобы у тебя голова закружилась? Теперь ты можешь дать... Теперь ты можешь дать клятву. Теперь так, ты девочка, можешь дать клятву. Шмотки мы взяли. Теперь что? За этими вратами вас ждет возможность стать соловьем. Притормози, девочка. Броня мне нравится, но становиться соловьем — это не обсуждалось. У нас нет шансов победить Мерсера без поддержки Ноктюрнал. Если она решит принять вас в свою паству, следует заключить соглашение. Какое соглашение? Я хочу знать условия. Условия просты, Бриньольф. Ноктюрнал позволит тебе стать соловьем и использовать твои способности, как ты хочешь. Взамен ты должен служить стражем сумеречной гробницы и в жизни, и в смерти. Ясно. Сыр не бывает бесплатным. Но сейчас, я полагаю, терять особо нечего. Если это означает конец Мерсера Фрея, считай, я в деле. А ты... Ты хочешь принести клятву Ноктюрнал? Хорошо. Когда я открою врата, встань в западном круге. И этого хватило, чтобы у тебя голова закружилась? Поговорим, когда клятва будет дана. Время уходит, а Мерсера мы пока не нашли. Давай займемся этим делом. Поговорим, когда клятва будет дана. Да. Призываю тебя, госпожа Ноктюрнал, королева тьмы и императрица тени. Услышь мой голос. Ах, Карлия, а я-то думала, когда ты придешь. Потерпела неудачу, так ведь? Моя госпожа, я отдаю себя в твои руки и прошу о милости. Я признаю свое поражение. Ты так моя, Карлия. Наш договор скреплен давным-давно. Что ты можешь предложить мне сейчас? Со мной двое желающих принести клятву и служить тебе и в жизни, и в смерти. Ты удивляешь меня, Карлия. Такое щедрое предложение. Мое желание сокрушить Мерсера превыше жажды богатства, ваше величество. Месть? Как интересно. Хорошо, условия приемлемы. Приступайте. Владычица Ноктюрна, мы принимаем твои условия. Мы вверяем себя тебе, как твои мстители и твои часовые. Мы будем чтить сие соглашение и в этой жизни, и в следующей, пока твои требования не будут выполнены. Очень хорошо. Я называю новопосвященных соловьями
и восстанавливаю тебя в этом звании, Карлиха. А в будущем советую тебе не огорчать меня больше. Теперь, когда клятва принесена, пора раскрыть тебе последнюю тайну. Истинное преступление Мерсера. Мерсер смог открыть хранилище гильдии, не имея двух ключей, потому что он украл в сумеречной гробнице скелетный ключ. Сделав это, он разорвал нашу связь с Ноктюрнал и, по сути, вызвал полосу неудач для всех нас. Ну да. Но ключ открывает не только физические преграды. Мы не используем и части талантов, которыми одарены. Великие силы и великие возможности надежно заперты в глубинах нашего сознания. Когда понимаешь, что ключ может открыть и такой замок, возможности становятся бесконечными. Хорошо. Значит, ты понимаешь, что дело не только в Мерсере. Если ключ не вернуть на место в сумеречной гробнице, гильдия обречена. Со временем наша удача исчезнет совсем. А веришь или нет, лишь поразительная удача позволяет вору держаться на плаву. О да, в нашей профессии редко приходится возвращать украденное законному владельцу. Бриньольф хотел кое-что обсудить, прежде чем мы отправимся в путь. Выслушай его. Слушай, парень, нужно еще одну вещь решить, прежде чем мы пойдем за Мерсером. Кто будет управлять гильдией? Мы с Карли многое обсудили до твоего прихода. Благодаря тебе мы узнали правду о предательстве Мерсера. Когда мы с ним разберемся... Останется только вернуть гильдии прежнюю силу. В общем, мы с ней решили, что ты, наверное, сможешь заменить Мерсера на посту главы гильдии воров. Я играю в эту игру уже очень давно, дружище. Очень давно. Я крал цацки узнать и вешал убийства на жрецов. Я это хорошо умею, наверное, лучше многих. Ну и все. Я никогда не рвался к власти. Не жаждал ее. Она мне не нужна. Я просто не хочу. Ха. Слова, достойные главы гильдии воров. Только смотри, чтоб корона жать не начала. Нам еще нужно кое-что сделать до твоей коронации. Тогда решено. Когда все закончится, и люди Делвина мне скажут, что мы снова на Каневской Риме, тогда и обсудим детали. А пока у нас работы по горло. Я внимательно изучил эти планы, и я уверен, что глаза Фалмера лежат в двемерских руинах Иркнтанда. Мы с Карли будем тебя там ждать. Приготовься, парень. Эту битву мы надолго запомним. Да. И то, что говорила Карли, начинает обретать смысл. Мерсер подпортил нам репутацию и обчистил нас. Но такое даже для него уже слишком. Старый Делвин все говорил о проклятии, а мы смеялись. Кажется, теперь его черед хохотать. Если бы меня спросили об этом вчера, я бы ответил нет. Но теперь, я думаю, шансов у нас стало больше. Слушай, может, я и свихнулся, но я доверяю Карли. Не думаю, что она поведет нас на смерть. Ну и я лучше умру с кровью Мерсера на клинке, чем буду всю жизнь жалеть, что не решился на поступок. До встречи, парень! Боюсь, забрав скелетный ключ из сумеречной гробницы... Мерсер позаботился о том, чтобы мы не воспользовались дарами Ноктюрнал. Вы просто обменялись клятвами. Заключили неписанный договор с Ноктюрнал. Для получения своих новых способностей, боюсь, мы должны выполнить свою часть договора.
То есть вернуть ключ. Если бы Ноктюрнал гневалась на меня, на любого из нас, она бы не ответила на мой зов. Не сомневаюсь, что она нам благоволит, и верю, что это даст нам достаточное преимущество, чтобы одолеть Мерсера Фрея. Да, теперь ты Соловей, и можешь считать это место своим домом. Здесь ты найдешь много полезных вещиц и обогатишься новыми знаниями. Как только скелетный ключ вернется в сумеречную гробницу, я тоже поселюсь здесь. Гал, Мерсер Фрей и я были когда-то членами так называемой Соловьиной Триады. Триада распалась 25 лет тому назад, когда Мерсер Фрей предал нас, убив Галла и бросив его тело в развалинах святилища Снежной Завесы. Опосредованно. Триаду обычно выбирают из членов гильдии, хотя само ее существование — тщательно охраняемая тайна. Соловьи охраняют храм Ноктюрнал, сумеречную гробницу. Ты еще откуда? Вот так. Что там? Вот так. А ты еще откуда?
что теперь? Если понадоблюсь, я буду со стражами рассвета. Мерсер был здесь. Надеюсь, мы не опоздали. Мы с Бринильфом нашли их в таком виде. Работа Мерсера. Мы должны догнать его, пока еще не поздно. Мы должны быть осторожными. Не удивлюсь, если он оставил для нас парочку сюрпризов. Подожди-ка, что это? Это Мерсер. Смотри, вон внизу. Вот. Проклятие, тут не пройти.
Он играет с нами. Заманивает нас. Да, девочка. И мы будем готовы к встрече. Пойдем дальше. Какое все огромное. Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное? Не видела, врать не буду. Представь себе, какие богатства скрыты в этих стенах. Thank you.
последняя ошибка в твоей жизни. Тени принесут тебе киви. Thank you.
Здесь мы видели Мерсера. Мы приближаемся к нему. Молча. Не хотим привлечь их внимание. Даже фалмеры не заслужили таких кошмарных пыток. Двемеры были жестокой расой. В этом зале полно фалмеров. Можно прокрасться мимо или свернуть им шеи. Мне все равно. Главное, Мерсер. Воистину. Решай, как хочешь, мы с тобой. Течет вода. Судя по всему, мы под озером.
еще нас не заметит. Бриньёль, смотри за дверью. Хорошо. Мимо меня никто не проскользнет. Спустись с того уступа и посмотри, сможешь ли. Корнил, когда ты усвоишь, что тебе меня никогда не застать возможно. Когда Бриньёльф привел тебя ко мне, меня словно сквозняком обдало. В тот момент я понял, что все этим кончится. Один из нас умрет от клинка другого. Чем тебе полоскала мозги Карлия? Рассказывала про честь среди воров, про клятвы, полные лжи и нарушенных обещаний. Ноктюрнал плевать на тебя, на ключ и вообще на всю гильдию. Значит, тьма скрывает не только твое присутствие. Она тебя совсем ослепила. Мы с тобой действовали одинаково. Лгали, обманывали и крали для собственных целей. Конечно, ты никогда не будешь воспринимать скелетный ключ так, как я, как путь к бесконечному богатству. Вместо этого ты цепляешься за глупый кодекс. Тогда жребий брошен. Мой клинок снова прольет кровь соловья. Карлия, с тобой я разберусь, когда разделаюсь с твоими неприятными спутниками. А пока, может, тебе стоит получше познакомиться с Бриньёльфом. Что? Что происходит? Остановиться! Я таких, как ты, целые легионы. Тени. Валивается. Быстро. Катаем скелетный ключ и глаз и бежим. Не везу. Видно, что-то обвалилось там за дверь, но она не поддается. Нужно найти другой выход, пока все не залило водой. Прости, парень. У меня есть важные дела. В другой раз поговорим.